мы с девчонками пошли собирать ягоды. Втроем пошли собирать ягоды. Дикую землянику. Посмотрим, собираем мы ее или нет. И, может быть, еще чернику. Да? Так что сегодня будет лопать сметану с ягодами. Чернику? Мы прошли уже километр. Мы справляемся, проходим нашу местную церковь. Да. Мы сегодня зимой только приезжали. Да, зимой. С Ромкой, да, потому что он еще мелкий-мелкий был. И с Ритой. Да, и с Ритой. Родительский день. Но это не зима была, а снег у нас был. Это была, был март. Вроде бы. Слушай, давай, слушай, давай. Как у нас дела обстоят? Собиратели из ягод из нас никакие. Мы ничего не собрали. Ну так, чуть-чуть собрали. Видите, надо знать места, где собирать. Вот. Так как я не местная, я не знаю, где эти места находятся. Ну, ничего страшного. С дома мы нашли целое вот поле. Целое поле красивое ромашек. Ромашек мы собираем. Приедем домой не с земляникой, а с букетом ромашек. Ну, а что сделать? Зато погуляли, сейчас вон ромашек, букетики насобираем, сядем, печенюшки поедим. Все равно мы и так решили, что если ничего не насобираем, все равно мы найдем плюсы в том, что мы вообще вышли куда-то, выбрались. Вот, тем более, блин, ну какая, посмотрите, какая у нас тайга. Видно? Это все лес там, представляете? Вишера, кстати, находится вот прям вглубь тайги. Ну, наш город Красновишерск. К нам зимой, кстати, заходят рыси, волки. Очень много собак утаскивают и домашних, и бездомных. Ну вот, как-то так. Попьем? Вы пили? Мне страшно. У вас руки дрожат. Потому что левая рука. Да. Какая она холодная. Да, мы когда за пестиками ходили с вашей мамой, мы тут это... Дай катушка, дай печеньку. Новую возьмешь. Такая в шоке, что я у нее печеньку отжала. Но только зимой она холодная. Такая же. Такая же холодная. А что вот прямо здесь нельзя попасть? А купят родники, святой источник. А-а-а. Как в святом источнике можно купаться? Здесь холодная одна. Она очень холодная. Ты не сможешь купаться. У тебя ноги могут это, онеметь от холода. А-а-а.